работает. Возьмёра чуть-чуть, непонятки. Хорошо. Тонкий. Аккуратно. Хорош, баштальон. Через переднюю руку. Молодец. Ну, молодец. Спокойно, спокойно, спокойно. У меня чуть руки забились. Фу, так. Фу. Аккуратно. Хорошо, через корпус. Через корпус голову можно перевести. Ушел. Дистанцию хорошо чувствует. Анкалаев. Хорошо, на выходе. Хорошо. Дернул. Молодец. Дернул. Он сейчас скоро начнет накидывать, поверьте мне. Так, экран видно хорошо там. Надеюсь. Хорошо навстречу. Хорошо. Молодец, хорошая атака от Анкалаева. Четко, четко, четко чувствовать дистанцию. На выходе боковым. Хорошо, хороший, хороший кач. Хорошо, хороший джеб. Хорошо, ты Тихаева порадовал? Яй! Что там? Вы еще вот это, 10 лет назад можете услышать мое вот это. Я ай, так мы говорили, типа, ай, типа, мужчина. Вот. Так что, имейте в виду. Говорит, круто, рад, что тебе хорошо. Так, так, убираю голову опять. Опять начинается. Вас все устраивает, все нормально? Все нормально, могу свое лицо только оставить вот так. Вот так, да, Анкалаев, молодец, там могу так комментировать. Могу вот так с экрана. Как пожелаете. Вы только дайте знать. Итак, итак, все, пошла работа. Все, вам видно, надеюсь, все, да, там? Итак, Вулкан снова начинает первым номером, пытается работать. Итак, хорошо, 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 колено, хорошо, еще одно колено от Анкалаева, отличная работа, на передней руке хорошо, задний прямой заходит, отличная работа, хорошо, видишь ножки, хорошо, ушел, молодца, дернул, 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 ушел, дернул. Ладно, он все равно меня не слышит, поэтому просто буду комментировать его действия. Отошел. Анкалаев видит все. Молодец. Так, пропускает. Лоу-кик. Ой, задняя ручка, аккуратно. Аккуратно попробовал снова донести. Левый прямой Анкалаев. Хорошо, щит. Показал, что видит. Лоу-кики. И... Хорошо. Так, только не заряжайся на одну и ту же связку. Нужно менять атаки. Ты это умеешь. Вот, стоечка поменял. Хорошо. Хорошо. Хорошо, навстречу! Хорошо, на выходе дал Анкалаев. Отличная работа. Хорошо дернул. Хорошо. Видишь? Хорошо. Через джеб. Хорошо. Аккуратно. Аккуратно. Так, вижу покраснение на лице Оздемира.
Вот мага выруби его, кричат. Он требует, болельщики. Аккуратно. Теперь Оздемир работает вторым номером. Вот. Так. По телевизору. Хорошо, щит поставил. Ой, какой звук был. Слушай, кость, кость как будто ударились. Да. И хорошо, надо накидывать. Надо накидывать. Хорошо. Вот, начал Анкалаев, включился. Хорошо, на выходе. Хорошо. Левый прямой. От Анкалаева дергает Анкалаев. Включился. Включился первым номером. Хорошо. Левый. Косой. Чиркнул, по-моему, челюсть Оздемира. Хорошо, на выходе боковой. Отличная работа, такой напряженный бой, такой напряженный. Оздемир очень непростой соперник. Очень непростой оппонент. Хорошо! Хорошо! Чувствительно. Ой, ножка. У Анкалаева, по-моему, ножка заболела! Перехватил! Молодец! Нечего там, а вон кики бить! Молодца, перевел Анкалаев! Молодец! Хорошо! Колено в ногу! Вижу покраснение у Анкалаева. На ноге неприятно. Пропустил он несколько лоу-киков. Хорошо, колено. Когда Оздемир меняет стойку, Анкалаеву нужно быть внимательным. Он меняет ее для того, чтобы бить лоу-кик. Хорошо! Отбивай тоже ему ножку. Вот так, коленом. Отличная работа от Анкалаева. Контроль. Аккуратно. Чуть потаскать можно. Чуть-чуть потаскал Анкалаев. Хорошо! Хорошо! На выходе локоть был. И левый прямой. Поставь щит ему. Пусть кость еще раз ударится. Так, для профилактики. Так, второй раунд позади. Что-то я немножечко переживаю. По-моему, Оздемир нанес ущерб Анкалаеву по передней ноге. Несколько раз попал так эффективно. И вижу ущерб на ноге, то есть покраснение. Так, смотрим. Так, прикладывают ли лед к ноге? Фу. Я очень переживаю на самом деле. Очень-очень. Думаю, и вы очень-очень переживаете. Так, потому что я надеюсь на то, что Анкалаев это будущий чемпион UFC. Оздемир очень непростой парень. Так, встают. Встают спортсмены снова. Снова встают. Анкалаеву нужно понакидывать, я так думаю, что ему нужно понакидывать с рук. Надеюсь, ножка. Мне показалось, что он немножечко прихрамывал. Стойку менять не надо, нужно стоять левше. Да, он в принципе левше и стоял, значит, потому что передняя ножка у него отбита. Хорошо, вот через щиток. Щит стоит и работает. Аккуратно! Аккуратно! Попытка ударить с левой ноги в голову Анкалаеву. Джеб от Анкалаева. Эй! Аккуратно. Хорошо! Вот это печень! Хорошо, голова! Неплохо отработал задней ногой Анкалаев. Хорошо щит поставил. Вот. Ему неприятненько сейчас должно быть. Хорошо! Ножкой сам отработал. Молодец, молодец, Анкалай. А, вот, он меняет стойку для лоу-кика. Дернул. Молодец.
Хорошо! Хорошо! Хорошая атака! От Анкалаева. Такой перекрестный огонь был. Держи ножку. Дергает Анкалаев, дергает. Молодец, хорошо. Джеб. И Оздемир сам проходит ноги. И не успешно. Анкалаев очень неплохо зачувствует в борьбе. Хорошо. Правый боковой зашел. Хорошо ножка. Хорошо на выходе. Хорошо. Папа отловил лоу-кик и встретил левым прямым. Дагестанскую борьбу требуют там болельщики. Хорошо! Аккуратно, опять такой перекрестный огонь был. Хорошо, навстречу! Аккуратно, хорошо, такой, несколько таких вот так перекрестно прям бьют друг друга. Во время атаки прям вот встречают друг друга, прям летят руки. Опа, хорошо, джеб. Встречные атаки выдает Оздемир. Хорошо, джеб. Выдернуть, провалить надо его. Отличная работа от Анкалаева. Я всем доволен, хотя я очень переживал. Я вот вспотел, по-моему, даже. Хорошо, через джеб. Немножечко левую руку не донес. Хотя, вроде бы доходила в цель она, как мне показалось. Снова джеб. Снова, то есть, лоу-кик. Хорошо! Задняя зашла. Снова. Левый прямой заходит снова и снова от Анкалаева. Хорошо! Левый прямой, правый апперкот. Очень интересная атака от Анкалаева. Хорошо, печень ногой. Дернул. Включился Анкалаев. Дернул. Хорошо. Хорошо! Задний корпус. Хорошо, навстречу! Брызги полетели! Анкалаев начинает накидывать. И Оздемир накидывает. Оздемир. Неплохая работа. 30 секунд последние. 30 секунд. 30 секунд, 25 секунд. И. И. 10 секунд. Ха-ха-ха. 10 секунд. Хорошо прошел. И тейкдаун, нет, ладно, без тейкдауна пошлось, но это победа Анкалаева. Да! Так, я еще вернусь. Так, всем ассаламу алейкум, всем хорошего вечера. Так, сейчас под этим видео дадите мне знать, если хотите продолжение. Если хотите, дадите знать. Good job, good job. Come on.